Первенство Тверской области по боксу прошло среди юношей среднего возраста и юниоров. Бои длились 3 дня. Более 100 спортсменов прибыли в Конаково, Искимор, Старицы, Удомля, Ржево и многие другие. Были новички, боксеры из поселка Молоково. И цель у всех была одна – попасть в сборную команду Тверской области, которая уже в марте будет представлять область на первенстве Тверского федерального округа России. Буквально уже через 2 месяца здесь же, на Конаковской земле, ну, не в таких вот строгих условиях, в самом зале бокса, а, конечно же, в большом зале, будут участвовать в первенстве Центрального федерального округа России. Это более высокий уровень. Сюда приедут боксеры, лучшие спортсмены 17 областей Центрального федерального округа России. Это около 250 спортсменов. Это будет очень крупный боксерский форум такой. Приглашаем, пользуясь случаем, всех. Борьба развернулась нешуточно, уже с первых минут страсти в зале накалились. Не обошлось и без крови, разбитые носы, ушибы. Но спорт есть спорт. К счастью, серьезных травм и повреждений не было. Также на ринге боролись и девушки. Представительницы прекрасного пола ничуть не уступали в технике молодым людям. За их схваткой было наблюдать не менее интересно. По итогам 3 дней наши конаковские спортсмены пополнили свою копилку 3 золотыми медалями, 5 серебряными и 10 бронзовыми. В командном зачете отличились бойцы 2002-2003 годов рождения и юниоры 98-99 года. Напомним, первенство Центрального федерального округа начнется 14 марта у нас в Конаково и продлится неделю. Все желающие могут поддержать спортсменов.